Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории всего человечества. О них пишут книги, сочиняют стихи и музыку. Главное же, о них помнят. И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть далеким дням и событиям. В День Победы чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался в живых.